В Чувашии начался осенний призыв на военную службу. Отмечается, что с каждым годом в республике уменьшается количество уклонистов. В этом году в Новочебоксарске планируется отправить в военные части 77 человек. Ну, немножко есть изменения в плане вопросов призыва граждан на военную службу. Ну, во-первых, сейчас граждане, имеющие право на отсрочку, имеют право отказаться от этой отсрочки, написать заявление в призывную комиссию и призваться, так скажем, в армию. Это не только студенты, которые имеют право на отсрочку по учебе, но и, так скажем, отсрочка и по социальной отсрочке. Кандидаты наук, если мы раньше их освобождали от призыва, то сейчас они могут написать заявление и по желанию, значит, призваться в вооруженные силы. Значит, следующий момент, значит, граждане, которые ранее были освобождены от призыва по состоянию здоровья, сейчас они могут также обратиться с заявлением в адрес призывной комиссии, представить соответствующий документ с лечебного учреждения, где будет написано, что такого-то заболевания у него нет, пройти комиссию, и в случае определения его годным к военной службе или годным к военной службе с незначительным ограничением, он будет призван в вооруженные силы. Также, значит, изменения потерпел положение о воинском учете. Сейчас граждане, не имеющие регистрацию, обязаны состоять на воинском учете по месту фактического пребывания. На сегодняшний день имеется категория лиц, среди которых граждане с высшим образованием или средним профессиональным имеют право выбора пройти службу 1 год по призыву, либо 2 года по контракту. Министерством обороны делается все для того, чтобы военная служба была более комфортной, более привлекательной. И поэтому, конечно же, количество граждан, которые уклоняются от призыва, они на порядок уменьшилось. Но пока еще этот вопрос не закрыт, особенно для городов Новочебоксарска, для городов Чебоксара. Поэтому с самого начала, конечно, они идут, они понимают, что нужно отслужить в армии. Многие даже отказываются от отсрочки, я сразу скажу, потому что люди хотят уйти со своим призывом, так со своим годом, чтобы один год, так скажем, отслужить и уже спокойно идти и продолжать, значит, обучение, образование. Напомню, сборный пункт в городе Канаш закрыт на капитальный ремонт. Временно пункт отправки призывников будет находиться в городе Чебоксары по улице Константина Иванова, бывшее здание кадетской школы. Ольга Лазарева, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.